Добрый день. Я хотел бы также вот тут заметить к предыдущему своему видео, да, в отношении Навального, Миронова и так далее, и так далее. Вот этот он полностью как бы продолжение того ролика. Я вот как бы в предыдущем повествовании упустил такой момент. И вот знаете, все время у нас борьба с коррупцией, борьба с коррупцией. А что ж, больше вы ничего не будете делать на посту президента, собственно, можно спросить Навального. Нам ничего опять-таки не обещается, как это было и при Ельцине. Так вот, схема абсолютно какая-то заезженная. Вот я изложил целую программу, целый комплекс действий, которые я предлагаю обществу сделать, да, и не просто предложил, а я ее настолько обосновал, что опровергнуть там что-то не в состоянии, никто и не может. Но а у Навального мы слышим вот коррупция, коррупция, коррупция. Вот больше ничего, все так крутится по кругу. Я хотел просто вот этот момент, чтобы вы обратили внимание. Но а вот если он завтра возьмет власть и в результате ничего не будет делать, да? Ни для вас, ни для вашей семьи, ни для страны, ну, скажет, я ничего и не обещал вам. Вот. Он, конечно, там ссылается, я слышал, на какие-то вот свои эти догматы, вот эти, что у него там где-то есть. Но я не в состоянии читать вот всех. Вообще, выходишь на трибуну, ну, изложи какие-то положения. Может быть, тебе какие-то будут возражения. Может, в процессе дискуссии ты даже улучшишь свою какую-то программу или увидишь нереальность ее осуществления. Но ничего этого, к сожалению, мы не видим.